всем мое почтение, друзья. И вот тут мне написали в комментарии, что, мол, все правильно сделали немцы, что запретили в Берлине символику Украины и России во время памятных дат 8 и 9 мая. Мол, из-за того, что люди российские агрессивные, нужно запретить эту символику. Так получается, сколько мы, весь мир, все мы, вы, я и другие, будем подстраиваться под вот этих неадекватных и нецивилизованных людей. Сколько мы будем играть под их дудку, а они все больше и больше будут свешивать, так сказать, ноги у нас на голове. Я лично считаю, что, может быть, уже достаточно думать, что про нас подумают неадекваты. Если немцы решили поощрять таким образом неадекватов, то это их проблемы, конечно. Они, как тут мне написали, они в своем доме. Но я лично считаю, что когда эту Европу обвиняли в импотенции в отношении приезжих, которые насиловали их женщин, я лично считаю, что это именно так. Потому что думать, что подумает про тебя какой-то неадекват, и идти ему на уступки, это уже и есть безумие.